Меня зовут Юлия Ткаченко. Я работаю в Legal Dance Центре. Я знаю, это видео должно было быть на море, но, к моему большому сожалению, не очень хороший звук постоянно мешает шум моря, поэтому видео будет в Legal Dance Центре. Изначально я расскажу о себе, а потом отвечу на все ваши вопросы, которые вы задавали мне ВКонтакте, в Инстаграм. Самое первое, с чего я начну, я не люблю, когда меня называют Юлька, Юльчик, Юлечка, как угодно, но только не Юлька. Я не могу обосновать, почему это просто, наверное, какое-то личное такое мнение, поэтому, пожалуйста, не делайте этого. Второе, я ценю свободу. Я считаю, что каждый человек в нашем мире, он свободен, у него есть свобода выбора, свобода слова, поэтому, но пользуйтесь этим с умом. Еще третье. Я не знаю, будет ли 50 фактов, сразу предупреждаю, но будет то, чем я хочу поделиться с вами. Третье, это я всегда путаю локти, колени и право-лево. Это такая одна из моих самых больших ошибок, наверное, в жизни. То, что мне очень сильно мешает, но, к сожалению, ничего с этим поделать не могу. Illegal — это мое сердце, моя душа. Я не знаю, это то, благодаря чему я стала на несколько ступенек выше. И это не только танцевальный центр, это и люди, которые тебя окружают, мероприятия, которые создаются, и зал этот. В общем, цените то, что у вас есть, это самое главное. Я не курю, никому не советую. Это то, чем девушка должна отличаться от всех остальных. Не забывайте, девушки, вы же девушки, не курите никогда. Это очень вредно, и это не делает вас красивее или как-то круче. Ни в коем случае даже не начинайте. Вы будущее нашей страны, нашей земли. Легко приспосабливаюсь к любым жизненным ситуациям, к сложным, к несложным, и я считаю, что это очень хороший положительный знак, положительное качество, которое помогает по жизни. Дай Бог, чтобы так и было. В детстве я мечтала стать официанткой на роликах. Я пересмотрела по ходу каких-то сериалов, не знаю, наверное. И мне очень нравилось именно вот это вот, когда они катаются на роликах и развозят еду. И еще я ела мыло. Честно, я не понимаю, я не могу найти этому какое-то объективное объяснение. По образованию я закончила 11 классов, закончила кооперативный техникум, сейчас это экономико-правовой колледж. После этого закончила Киевский торгово-экономический университет. И сейчас планирую еще одно высшее образование, пока секрет по какому направлению, но нужно развиваться и расти. После Кореи люблю все острое. Честно, очень не люблю людей, которые ноют постоянно, которые жалуются на свои какие-то проблемы, на свои недостатки в жизни. Вы знаете, то, что вы ноете, это не решит ваши проблемы абсолютно. Поэтому просто есть проблема, решили, идете дальше. Если, конечно, очень тяжело на душе, в сердце, поделитесь со своими близкими, но не напрягайте их этим. Это проблема ваша, вы ее решите, она уйдет, и вы забудете о ней. А людям, которым вы об этом рассказали, они об этом будут думать, оно им надо. Мне кажется, нет, поэтому не делайте. Не надо. К деньгам отношусь абсолютно спокойно. Вообще отношусь как к инструменту реализации желаний и возможностей. Никогда не держусь за них. Я считаю, что их никогда не хватает, их всегда мало, поэтому просто вкладывайте их правильно и в нужное для вас дело какое-то. И моя любимая порода собак – это доберман и хаски. Я с уважением отношусь к нашему городу Белгород-Днестровский. Я очень люблю, я здесь выросла, здесь было все мое детство, вся моя юность. Вообще все время практически я жила здесь, поэтому оберегайте ваш город, цените его, цените то, что у вас есть сейчас на данный момент. Да, возможно, он будет, я так надеюсь, очень, он будет лучше, но оцените то, что вы имеете сейчас, и привносите какую-то свою лепту в развитие нашего города, ведь у нас очень богатый, вы даже не знаете, насколько
родное кино. Я люблю готовить, но люблю это делать исключительно по настроению. Если у меня нет настроения, вы заставите меня готовить, я вам не рекомендую это есть. Мне кажется, я даже сама это не буду есть. Поэтому готовлю по настроению, с вдохновением, с каким-то. И я не считаю, что из этого нужно делать какую-то рутину жизненную. Но мне кажется, если я буду женой, мне придется это делать. У меня есть фетиш, я обожаю носки. Просто до безумия. Я покупаю их в любом городе. Я делаю это несколько раз в любом городе. В общем, безумно люблю носки, особенно такие, знаете, разные, с такими зверушками, с какими-то красивыми. Особенно светлые, люблю очень светлые носки, беленькие. Мне нравятся цветы, как и любой другой девушке, но одно но. Я ненавижу розы, я не перевариваю. Я считаю, что это очень банально. И что вообще в них красивого? Не знаю, белые еще так ничего, вообще розы нет. Музыка – это то, без чего я не могу жить. То, что вдохновляет меня, то, что с каждым разом делает меня лучше и открывает какие-то мои новые чертоги разума, как Шерлока сказал. Поэтому I believe I can fly. А пою я просто ужасно. Еще одно. Я сразу прошу за это извинение. Я просто не запоминаю имена. Мой мозг, он больше запоминает лица, нежели чем имена. И поэтому, если я познакомилась с вами, и если я через 5 минут спрошу, как тебя зовут, то я очень прошу, не обижайтесь на меня. Это я не со зла, это просто, ну, просто так получается. Я не держу ни на кого зла долго. Не могу, честно. Вот ваша злость, она убивает вас какое-то хорошее проявление ваших мыслей. Поэтому мы все люди, у нас у всех настолько разные характеры, и не злитесь долго друг на друга, вы становитесь черствые такие. Поэтому не надо, будьте добрее, будьте светлее, светитесь сами, освещайте все, что вы можете, будет вам лучше. Не люблю культ личности, не делаю из этого какого-то там фанатизма. У меня никогда не было особо каких-то звезд, чтобы я была фанаткой кого-то, нет. Мне нравились какие-то жизненные позиции людей, направления, музыка, возможно, которая играет, или в фильмах, в которых снимаются, но не было такого, чтобы я вот приехала на концерт, допустим, и просто вот так, это он или она. Очень люблю кофе, у меня просто пониженное давление, и приходится пить. Делает утро утром, наверное. Стараюсь всегда самосовершенствоваться. Что? В общем, развивайтесь. Никогда не мыслите в одном направлении, всегда мыслите широко. Вот любую задачу есть любое решение, и, возможно, оно не такое, как вы думаете. Поэтому плюсик. Не люблю обсуждать религиозные взгляды людей. Я считаю, что это вообще очень глубокая тема для каждого. И каждый может и хочет верить в то, что он верит. Если человек во что-то верит, значит в нем что-то есть. То есть, если человек вообще ни во что не верит, я не знаю, как это объяснить. В общем, у меня есть какие-то свои жизненные позиции, у меня есть какая-то своя вера, и я не считаю, что это нужно с кем-то обсуждать. Просто будьте человеком внутри, будьте со светлой душой. Мне кажется, этого предостаточно. Худшее качество человека, я считаю, что это равнодушие. Это и это не обсуждается. Мне никогда не бывает скучно. Будь я одна, будь я с кем-то в компании. Я вообще не понимаю людей, которым бывает скучно в этой жизни. Алло, оглянитесь, сколько всего интересного вокруг. Вы что? Просто, мне кажется, вы не нашли то, чем вы хотите заниматься, поэтому никогда не останавливайтесь, думайте, чем заниматься. Не просто я встал с утра, о, что мне сегодня делать, я не знаю. Еще такая маленький один факт обо мне. Есть нога у человека. Нога. Ты вот, ну, не знаю, будет видно или нет, ты вот ставишь сюда пальцы, телефон свой, вот так, это на ногах. Ставишь таймер на телефоне, протягиваешь ногу вверх,
делаешь селфи, очень удобно. Если у вас нет селфи-палки, есть хорошая растяжка и длинные ноги, то советую. Я очень благодарна судьбе, то, что я встретила Славика, Лену и Игоря. Это ребята, которые идут всегда со мной по жизни, которые помогают мне в моих ошибках, которые меня вдохновляют, которые открывают мне иногда глаза на некоторые вещи, о которых я вообще даже раньше не задумывалась. Это очень важно. После родителей это вторые люди, которых я очень ценю и люблю. И я надеюсь, что по жизни это люди, которые всегда будут со мной рядышком. Неважно, несмотря насколько далеко я буду или близко. Боже, сейчас расплачусь. И просто Illegal, я всегда говорила, это что-то больше, чем просто название. Ну что, а теперь go по вашим вопросам, которые вы мне писали в ВКонтакте. Вот, первое от Анастасии Поланской, твой любимый сериал. Настюша, у меня как сейчас, вот сейчас у меня нет любимого сериала. В детстве я смотрела Наталья Рера, Дикий Ангел, это, наверное, все девочки пересмотрели. Был Мятежный путь, кажется, если я не ошибаюсь. Там у них то, что меня больше всего впечатлило, я не знаю, Шерлок Холмс мне понравился очень сильно. А так вообще, в принципе, сериалы не смотрю, как-то на них времени не хватает. Какая у тебя есть странная привычка? Странная привычка? Окей, без проблем. Я не люблю колготы. Я их не ношу ни зимой, ну, весной, если под юбку, разве что. Но я не знаю, мне безумно неудобно в них. Я не знаю, как вы носите колготы. Но я лучше одену теплые штаны, но колготы я ненавижу. Ириска Мунтян. Как ты познакомилась с Славиком, Леной и Игорем? Это история, наверное, которую знает половина тех, с кем мы общаемся. Возможно, некоторые не знают. В общем, я училась в школе в 11 классе, кажется, или в техникуме, не помню. И я пришла за компанию... Нет. Я в 10 классе как-то пришла еще на хип-хоп во вторую школу. Был танцевально-спортивный клуб «Надежда». Я позанималась там полгода и ушла. А потом я начала ходить в техникум и... После этого я решила пойти танцевать. Пришла, позвонила Кате или написала ВКонтакте, я не помню точно, Екатерине Евгеньевне, простите. Это наш очень хороший тренер. Вот. И позвонила ей, она говорит, да, приходи. И я пришла на первое занятие, пришла, смотрю, ну, как бы занимаются дети, смотрю, Славик, это первый, кого я там увидела, познакомилась с ним, как бы мы просто танцевали, то есть особо сильно мы не дружили, я сказала, что мы дружили. После этого пришла Лена, кажется, за ним пришел Игорь. И вот мы как бы просто танцевали, мы не общались, мы ходили там на тренировках пообщались и ушли. А потом как-то один раз у нас была вообще знакомая Ира, она предложила нам пойти в клубу потанцевать, просто пойти к дискотеку. И вот после этого мы начали тусить и начали как бы поплотнее общаться и дружить. Ксения Бабенко, расскажи, как ты решилась поехать в Китай, что этому послужило? Во-первых, я была в Южной Корее, не в Китае. Очень явное отличие. Как я туда попала, это такая длинная история, расскажу вкратце. Получается, я очень хотела поехать в Турцию, и был у меня один знакомый, который оттуда только недавно вернулся. Я ему позвонила, хотела расспросить, но дело в том, что мы ни разу не виделись. То есть я знала, что есть Саша, но я не знала, что... Ну, и он меня не знал. И я позвонила ему, он мне как бы все рассказал и говорит, нам нужна девочка с нами на контракт, высокая, у тебя случайно нет знакомых? Я такая, высокая? Ну ладно, окей, есть у меня одна знакомая. В общем, я прислала видео, потом я занималась в Одессе с ними, учила номера. Вот так вот я и туда и поехала. Что этому послужило? Желание, мое желание поехать где-то поработать за границей. Юлия Яковлева, кем ты хотела стать в детстве? Я отвечала уже, официанткой на роликах. Богдан Гаспарян, как ты добилась успеха, чтобы стать тренером? Что тебя мотивировало к этому? Честно, я никогда не думала, что я стану тренером, но я думала, что у меня будет какая-то офисная работа, там работа, возможно, по специальности. Но в один момент ты понимаешь, когда ты, допустим, заканчиваешь танцевать, что тебе нужно что-то большее. И когда ты работаешь тренером и просто танцуешь,
хореографом. Это две абсолютно разные вещи, несравнимые. Мне нравится, как ты добилась успеха. Успеха добиваются постоянно, нет какой-то определенной там грани, что вот я добилась успеха, все на этом, стоп. Нет. А мотивировало меня к этому, наверное, мне кажется, я очень люблю детей, мне очень нравится видеть их рост, рост, и я с ними расту одновременно. Мне кажется, это самое важное. Андрей Карадяру, почему ты считаешь нормально быть счастливой, когда вокруг столько людей умирают в нужде? Думала я над этим вопросом. К сожалению, смерть — это, мне кажется, такой физиологический процесс, который происходит с каждым, к сожалению, из нас. И нужно это воспринимать нормально, но у нас жизнь — это две полосы, черная и белая. И когда у тебя черная полоса, всегда последует белая. Поэтому я считаю, что нужно быть счастливой в тех моментах, когда у тебя хорошо что-то в жизни, и помогать тем, кому по жизни не повезло. Возможно, они оказались не в то время, не в том месте. И просто быть людям немножко добрее. Евгения Сытни, благодаря каким людям ты счастлива? В моей жизни почему-то всегда встречаются хорошие люди. Я этому очень благодарна. И те люди, которые меня не понимают, те, которые не согласны с моим мнением, они сами уходят из моей жизни. И я этому тоже благодарна. Есть немного людей в моей жизни, с которыми я счастлива всегда. Я не хочу переходить на личности, вы сами это прекрасно знаете. Вы это чувствуете, надеюсь. И Евгения, ты одна из них, раз ты так интересуешься. Поэтому так. Александр Тискив, какие самые яркие воспоминания с Кореи? Первое – это Бусан. Бусан, не знаю, так и так называют. И наши поездки туда, это было безумно круто, безумно весело. Это просто был какой-то crazy взрыв мозга. Мне очень понравилось, и я очень благодарна за то, что вы были тогда со мной рядышком. И еще я с большим удовольствием и таким с теплом в душе вспоминаю то, как мы дурачились в гримерке, не только в гримерке, не знаю, во всем Бугоке. Мы сходили с ума, без этого, честно, я бы там умерла, наверное, от скуки. Поэтому я вам очень сильно благодарна, Тая, Саша. Мария Елоха, чем занимаешься помимо танцев? Сейчас, вот этой зимой, я как-то, не знаю, занялась вязанием крючком. Мне так понравилось, я навязала шапок, шарфов, варежек, носки. Сейчас вяжу себе летние шорты такие симпотные, такие моднявые. Вот. А вообще, как бы, я и вышивала крестиком, и делала всякие поделки, делала рамочки для фотографий. Я себе в комнате сделала сама ремонт. Вообще, как бы, ну, мне нравятся очень разные творческие такие занятия. А, я шила чехол для ноутбука. Честно, уже не вспомню, но очень много таких занятий, которыми... А, я как бы работаю в Corel Draw тоже в программе, как бы не сильно профи, но создаю какие-то макеты, читаю постоянно, смотрю видео обновления. Ну, то есть стараюсь постоянно как-то быть в тренде. Саша Смогли. Первая ассоциация к словам тумбочка, олень, дезоксирибонуклеотид. Тумбочка. Это некоторые люди в нашей жизни, которые вот такие же самые, как тумбочка. Олень. Олень просто олень. Не знаю, с чем ассоциировать или с кем. Правда, вот сейчас у меня пару человек к этому животному ассоциируются. А вот это третье, я вообще не знаю, что такое. Это химия в твоей голове, Саша, играет или весна. В общем, ты, как всегда, очень непредсказуем. Танюха Черниенко. Будущее, что в приоритете? Семья или танцы? Конечно, семья. Всегда будет. Аня Колесникова. Любимая книга. Вообще, мне очень нравится «Маленький принц». Очень. Сколько раз перечитываю, каждый раз с каждым возрастом она какая-то разная, и каждый раз открываю что-то новое. Есть ли домашние животные, если да, как зовут?
Да, у меня есть собака Ваня, у меня есть кот Дюшес и кошка Масяня. Почему решила преподавать танцы? Уже был этот вопрос. Я очень люблю детей, я очень люблю танцевать, и почему бы это не соединить в одно целое и не работать с тем, с чем тебе нравится по жизни. Это очень важно, когда ты занимаешься своим любимым делом. Анна Петренко, а как твой канал называется? У меня есть канал, на этом канале я выложу это видео, и, ну, хочешь, могу ссылку еще скинуть. Настя Ткаченко, тебе кто-то нравится из парней? Настюша, это моя племянница, я не буду говорить на эту тему, к сожалению, да и к счастью тоже. Должно быть у человека в жизни что-то такое личное, то, в чем он может быть безумно счастлив, и то, о чем не будет знать никто. Я считаю, что личная жизнь – это то, что есть внутри тебя, то, с кем ты ее делишь. И ваши взгляды должны совпадать по жизни. Вы должны быть просто хорошими, нормальными, адекватными людьми. И я считаю это так. Анастасия Светлова, планируешь ли ты вернуться в садик, чтобы тренировать деток? Нет, к сожалению, в садик я не вернусь. Я там работала до отъезда в Корею, и когда я вернулась назад, там поднялось руководство. Не знаю, вообще я никогда не заходила, но как бы пока мне хватает чем заниматься здесь, в центре, поэтому пока не планирую. Ангелина Коваль, кто был твоим любимым сказочным мультипликационным персонажем? Мне очень нравится мультик «Ариэль», мне очень нравится «Русалочка». Это из тех времен и сейчас это любимый мой мультипликационный персонаж. Сможешь описать себя, используя только 5 слов? Ангелина Коваль спрашивает. Я смогу, но я не хочу, потому что я считаю, что кто-то должен меня описывать. Я не эгоистка в этом плане, я не могу сама себя описать. Если вы меня сейчас видите и смотрите, можете в комментариях написать, какая я. Я не знаю. Можешь вспомнить самый забавный школьный случай, произошедший с тобой? О, да, конечно. В общем, была физкультура, это был 6-7 класс. На физкультуре мы должны были прыгать через козла. А у меня были, знаете, такие шерудящие штаны. И, в общем, ну, они не тянутся. И я, наверное, переусердствовала с размахом ног. И у меня треснули штаны по шву. И я такая, о, упс, такая, о, все, короче, все начали с меня смеяться. Ну, это было очень смешно, и это мне очень запомнилось. И еще был урок музыки, и все что-то сидели, писали в своих тетрадках. Преподаватель тоже что-то в журнале отмечала, кажется. И у меня как-то, я просто, знаете, подняла голову и такая, одолжила, одолжила. И начала петь песню Долиной, а потом такая, и все начали смеяться. Ну, в общем, и кто со мной учился, кто помнит этот случай, это было смешно. Олег Погорелов, что тебя вдохновляет, мотивирует, заставляет танцевать, двигаться и жить жизнью с улыбкой? Вдохновляет. Меня вдохновляет музыка, вдохновляет хорошая погода, вдохновляет люди, вдохновляет какие-то события, которые открывают какие-то новые мои, новое мое мышление, новые возможности. Мотивирует. Меня мотивируют чаще всего свои какие-то неудачи, то есть то, что я не сделала на данный момент, и то, что то, в чем я сейчас слаба, это делает, мотивирует меня к чему-то лучшему. Заставляет танцевать? Мне не надо заставлять танцевать, я сама буду всегда танцевать. Это не надо мне делать, заставлять. А жить с улыбкой, я не знаю, мне кажется, так родители воспитали, что нужно постоянно улыбаться. У нас мы с мамой постоянно шутили. И я очень часто улыбаюсь. Алина Багнич, на что бы ты никогда не отважилась, прыгнуть с парашютом, перекрасить волосы белый, съесть лимон без сахара, выйти на улицу в нижнем белье и т.д. В общем, Алина, на вот это все, что ты перечислила, я бы отважилась, честно. Вот я сейчас стою в этой пижаме с этим. И не пухом. Было 1 апреля, я так недавно ходила по городу. Вот, и не знаю, на какие-то такие сумасшедшие поступки у меня всегда хватает смелости, у меня какой-то уверенности,
Ведь это так круто. Не забывайте, что вы живете один раз. Блин, делайте просто все, что вы хотите. Ну, конечно, это не должно быть как-то в рамках человеческих, да, то есть каких-то жизненных. Но если это хорошее, если это весело, если это не приносит никому вреда, почему нет? А на что бы я не отважилась, я даже не знаю. Честно, не знаю. Вот я сколько думала на этот вопрос, и не знаю. Ну что, мне кажется, на все. Я бы не отважилась за деньги изменить своему любимому человеку. На спор, мне кажется. Но это такие, это как жизненное что-то. Если что-то делать там из спорта, я бы занялась бы любым спортом. Анастасия Касьяненко, сколько тебе лет? Мне 25 в этом году исполнилось. Где ты родилась? Я родилась в Белгороднестровске, даже в Шабу, в районной больнице. Там родила меня моя мама. Ткаченко твоя реальная фамилия? Да, Ткаченко моя реальная фамилия. Настоящая, это фамилия папы, очень известная у нас в Белгороде, популярная. Не знаю, их полно всегда. Ангелина Коваль, будешь ли ты снимать подобные видео? Не знаю, я всегда видео снимаю по вдохновению. Если у меня нет вдохновения, даже монтировать его не буду. Вот почему это так долго длилось, почему я так долго не снимала. Не знаю, зимой не было, как-то его было такое не очень настроение хорошее, постоянно погода плохая, в общем. Не знаю. Хотела бы ты сделать, пишется через букву S, сделать свой канал на YouTube. У меня есть канал на YouTube. Итак, подытожим. Вот и сняла я это видео, наконец-то. И чуточку того, что осталось за кадром. Не знаю, возможно, и другие способы есть его повышения. Мне кажется, слишком много в этом видео было слова «не знаю». Это делает меня каким-то неуверенным человеком. Че, я могу не поздороваться, потому что я стесняюсь. И мне как-то немножко неловко. Но я не люблю обсуждать реки. Боже мой, ну, правильно разговаривать. После колеи. После колеи. Юля, 5 лет. Спасибо всем за просмотр, спасибо, что были со мной рядом. До скорых встреч!